уважаемые любители хоккея, трудовые резервы РТХЛ предлагают вашему вниманию матч в дивизионе «Стеклянный Запад» между командами «Армата» и «Ростех». Прошу всех встать в очередь гимна Российской Федерации. Здравствуйте, уважаемые зрители и любители хоккея. Российская товарищеская хоккейная лига представляет вашему вниманию трансляцию матча между хоккейными клубами «Армата» и «Ростех». Матч проходит в рамках предсезонного турнира РТХЛ «Лето-2020» в дивизионе «Стеклянной зоны Запад». Команда «Ростех» играет в белой форме, команда «Армата» играет в камуфлированной сине-белой стильной форме хаки. Итак, уважаемые друзья, действующие лица сегодняшней игры. Рефери матча Кирилл Крылов, Федерация хоккея Москвы. И состав команды «Армата». Ворота защищает Андрей Кривицкий, номер 4. Никита Грязнов, номер 8. Алексей Мосякин, номер 15. Александр Шпаковский, номер 28. Антон Егорченков, номер 33. Матч судьи. Дмитрий Комаров, номер 47. Сергей Бабашкин, номер 50. Антон Тюрин, 54. Алексей Калягин, 71. Евгений Глининый, номер 77. Роман Кустов, 91. И Артем Журавлев, номер 94. Таким образом выглядит состав «Арматы», а состав их соперников «Ростеха» выглядит следующим образом. Кирилл Иванов ворота защищает, первый номер на его спине. Дмитрий Ленев, номер 7. Артур Гречко, номер 13. Вячеслав Казакевич, номер 15. Егор Зенков, 19. Дмитрий Овсиенко, номер 22. Максим Засименко, номер 27. Роман Нури Яхметов,
Нурий Ахметов. Номер 55 – Александр Егоров. Номер 61 – Сергей Скворцов. Номер 64 – Денис Пахомов. Номер 71 – Сергей Панарин. Номер 74 – и Владимир Калинин, 77. Да, однозначно, команде «Армата» должно быть страшно, потому что против них играют Калинин и Панарин. Такая шуточка, уважаемые друзья. Все внимание на лед. Атакует Ростех. Шайба у них. Бросок по воротам не следует. Хотя позиция была замечательная. На позиции находился Сергей, как раз-таки, Панарин. Бросок по воротам. Андрей Кривицкий в полном порядке. И в начале первого периода не пропускает. Несколько опаснейших атак его команда выдержала. Смену проводят игроки команды «Ростех». Команда «Армата», уважаемые друзья, такое военизированное название у этого хоккейного клуба. Кстати говоря, небольшой исторический экскурс. Сегодня, 9 августа, празднуется День воинской славы России. А почему именно 9 августа? Потому что в далеком 1714 году наш флот Российской империи под командованием Петра I победил шведскую флотилию в битве при мысе Гангут. Поэтому именно 9 августа у нас обозначено в России Днем воинской славы. А когда об этом говорить, не так далее, когда играет хоккейный клуб «Армата». Так что вот так, минуточка интересных фактов закончилась, уважаемые друзья. Все, внимание на лед. Ростех атакует, вся тройка оказывается впереди, в атаке Калинин. Калинин к воротам приближается, бросок следует. Нет, не следует. Кривицкий в любом случае в данном эпизоде все здорово читал, и после последующего броска все того же Владимира Калинина шайбу в свою ловушку забрал. Берет рефери и движется вместе со снарядом к кругу вбрасывания в зоне команды «Армата». Опасный момент, и гол, и первый гол забивает команда «Ростех». Делает это номер 22 Дмитрий Овсиенко. Он становится автором забитого гола, а автора передачи сейчас я вам обозначу, уважаемые друзья. Вот такое вот начало. 5 минут сыграно, и впереди уже номинальные гости команды «Ростех». Что следует сказать о турнире РТХЛ «Лето 2020», сезон, точнее, предсезонный турнир, предназначенный для того, чтобы ознакомиться тренерам с функциональным состоянием своих игроков, снять имеющиеся вопросы по квалификации в составах. Ну и в целом для того, чтобы поддерживать игроков в игровом тонусе. Играется в этом турнире грязное время, 20-минутные периоды, только без остановок. Такая специфика подготовительных предсезонных турниров. Бросок по воротам «Ростеха» последовал, и на месте Кирилл Иванов свою ловушку шайбу забирает. Выигрывает вбрасывание «Армата», но вынуждены в свою зону откатиться хоккеисты в стильной синей форме хаки. Что ж, смотрим дальше за действиями игроков «Ростеха». Одна шайба уже им удалась в этой встрече. Посмотрим, что дальше будет. Покидает шайба пределы площадки. И
И рефери сейчас возобновит игру в центральной зоне. По каким-то необъяснимым причинам рефери сегодня на площадке один. Кук сейчас улетел в бортик за воротами команды Ростех. Кто-то из форвардов Арматы. Ну, поднялся, все с игроком хорошо. Это был на позиции за воротами номер 54, Тюрин. Продолжается игра. И вбрасывание уже в зоне Ростех. Бабашкин от команды Армата на точке. А против него был Роман Нуриахметов. И достается в очередной раз Армате шайба. Сейчас попытка через центр прорываться. Будет Калягин это проворачивать. Бросок. Точнее, не бросок, а передача в центр. Но защитники на пятачке все контролировали. Итак. Не держится шайба пока у Арматы. Ростех находит сейчас у синей линии своего нападающего, кто-то из защитников, и покидает шайба пределы площадки. И остановочка еще одна у нас ознаменовывается в игре. Откатывается команда Ростех к своим воротам. Тем не менее, ничего в прессинге здесь Армате придумать не удается. Шпаковский неплохой перехват. Глиняный к воротам приближается. Шпаковский тут готов был поддерживать. Но до броска дело не дошло. И вот Овсиенко, автор первой заброшенной шайбы, уже мчится к воротам соперника. Объезжает ворота. Передача назад. Под бросок. Бросок совершается. А вот повторного броска после блока не происходит. Какая сейчас борьба происходит на дальнем от нас с вами бортике, уважаемые друзья. Итак, Глиняный готов сейчас атаку Арматы развивать. Приближается к воротам. Ростех играет в полном составе. И в полном составе, уважаемые друзья, играет Ростех. Не могу сказать, за что было удаление в предыдущем эпизоде. Собственно, это меньшинство Ростех себе может занести в актив. Хорошее действие в обороне. Десять минут в первом периоде сыграно. И не сказать пока, что каким-то весомым преимуществом владеет команда Ростех, кроме счета на табло. Вот возможность неплохая сейчас у Ростеха свою атаку развивать. Нуриахметов там на дальнем от нас с вами бортики был, уважаемые друзья. Но и вот хорошая возможность. Журавлев не попадает надлежащим образом по шайбе, а очень жаль. Хороший момент был в исполнении хоккеистов Арматы. Неплохие взаимодействия в последней фазе атаки были продемонстрированы игроками этого клуба. Теперь в атаке Ростех. Из зоны выводит шайбу Владимир Калинин. Вот сейчас он ей по-прежнему продолжает владеть. Но под прессинг здесь попадает двоих. Журавлев и Бабашкин. Прессингующие были успешнее, чем их оппонент. Вбрасывание в центральной зоне нужно сейчас произвести рефери. Армате шайба достается. Тюрин.
Тюрин. Попытка смещения к воротам. Шпаковский находит на пятачке кого-то из своих партнеров. Нет, шайба всех проскакивает. Ростех завладел снарядом. Овсиенко. Овсиенко одного прошел. Вполне удачно. Попытка передачи в центр. Здесь прочитал уже находящийся в обороне номер 47-й Дмитрий Комаров. Нет пока определенного владения ни у одной, ни у другой команды шайбой. Хаотично снаряд движется от одной команды к другой. Комаров. Неплохая могла бы быть возможность. И подбирает шайбу Шпаковский. Шпаковский сейчас будет искать момент для броска. Но неплохо здесь против него Артур Гречко в отборе действовал. Калинин. Калинин проскакивает Егорченкова. И что сейчас будет придумывать? Это атакующая тройка Ростеха. Пока под прессинг попадает в углу площадки. Находящиеся там Сергей Панарин и Владимир Калинин. Зенков поднимает голову, находит... Нет, не находит. Точнее, скорее всего, он видел своего партнера, но точную передачу сделать не удалось. Егору Зенкову по-прежнему с шайбой Ростех. Журавлев в прессинге. Засеменко. Бросок по воротам и... Не точно. Наброс на ворота могло быть опасно, но не успевает здесь с подставлением Роман Нуриахметов. И очередь «Арматы» развивать свою атаку. Калягин бросок по воротам достаточно опасно. Вынудил он вступать Кирилла Иванова в игру. О, пока вратарь Ростеха сохраняет концентрацию. Не очень много у него работы в первом периоде. Тем не менее, все, что летит в створ, он отражает достаточно уверенно. Так, очередной опасный момент мог возникнуть у ворот «Арматы», но с честью вышла здесь обороняющаяся сторона из сложившейся ситуации. И выпускает, да, выпускает шайбу. Сейчас Овсиенко. Его прессинговали здесь. Точнее, это был в предыдущем эпизоде не Бабашкин, а Алексей Мосякин. Хороший перехват от Тюрина, и есть у него предложение. Бросок по воротам следует от самого 54-го номера. Пас на пятачок, и не успевая здесь замкнуть номер 50-й, Сергей Бабашкин. Передача своего партнера Тюрина. Что ж, хороший момент. Неплохо удаются такие передачи на пятачок хоккеистам «Арматы». В первой половине первого периода мы такое уже видели, когда не попал по воротам, по-моему, находящийся все на ударной позиции тот же Тюрин. Хороший перевод от хоккеиста «Арматы». Здорово сейчас на встречном движении была поймана защита. Выход к воротам. И не стал сам бросать здесь Артур Гречко. Решил сделать передачу на своего партнера, но партнер, видимо, не ожидал такого развития событий. Бросок по воротам и покидает после сейва Андрея Кривицкого, отразившего мощный бросок Артура Гречко, шайба пределы площадки. Играть остается в первом периоде 2,5 минуты.
Не сказать, что преимущество одной из команд уж слишком явное, уж слишком весомое, поэтому все может перевернуться абсолютно в любую минуту. Ростех продолжает атаковать и трудится на ленточке своих ворот Андрей Кривицкий. Хорошая могла быть атака у хоккеистов Ростеха. И вот они уже втроем вернулись. Так что вынужден Журавлев через, как говорится, дом играть. Отдавать пас обратно в линию защиты. И в атаке тоже ничего Армате сочинить не удалось. К Ростеху шайба переходит. Вот сейчас неплохая может быть возможность для прохода через центр. Владимир Калинин здесь был готов воротам угрожать, что, собственно, и последовало. Кривицкий на месте. Но передачу на пятачок уже такую прочитали игроки Арматы. Мосякин перехватил. Армата шайбой завладела. Перевод неплохой. Там тот же самый Мосякин. Мосякин, отыгравшийся в прошлом эпизоде достойно, продолжает пытаться атаковать Армата. Журавлев сейчас в прессинг пойдет против Дениса Пахомова, но Денис оказался в этом эпизоде именно побыстрее. Хороший перевод направо. Возможность для броска будет. Нет возможности для броска именно сильного и прицельного броска не появилось. Появилась некая, скажем так, опасность, но это абсолютно ничего не значит для Андрея Кривицкого. Вратарь в этом эпизоде контролировал все очень хорошо. Итак, не дают форварду Арматы приблизиться защитники Ростеха к своим воротам. На разгоне, так сказать, был Роман Кустов. Не получается пока подобрать ключики у хоккеистов Арматы к оборонительным порядкам Ростеха. Звучит сирена, свидетельствующая нам о окончании первого периода в игре между хоккейными клубами «Армата» и «Ростех». 1-0, впереди «Ростех». Оставайтесь с нами, дорогие друзья, через некоторое время мы продолжим и вернемся с вами на второй период.
Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу трансляцию. Второй период матча «Армата-Ростех». Впереди по-прежнему «Ростех» 1-0. Поменялись команды воротами. Теперь «Армата» будет действовать на левых воротах от нас с вами. «Ростех», соответственно, на правых. С шайбой игроки «Арматы». И буквально на входе в центральную зону под прессинг попадает. Алексей Калягин, номер 71. За лицевой «Арматы» находится шайба. «Ростех» в таком пассивном прессинге первые минуты второго периода проводит. И хорошая возможность может сейчас появиться отыграться у «Арматы». Комаров с шайбой. Какой перехват сейчас. Чуть Комаров не совершил против Сергея Панарина. В прессинге он действовал и вынудил ошибиться последнего. Овсиенко ищет адресата для передачи. Уходит в центр. Опасно. И гол. Какие индивидуальные действия демонстрирует 22-й номер Дмитрий Овсиенко. Просто что-то сумасшедшее, уважаемые друзья. Кость слалом. Как от нескольких игроков сейчас он убежал и беспрепятственно, положив на лед вратаря, расстрелял ворота команды «Армата». Вот так, уважаемые друзья, 2-0. 4 минуты сыграно во втором периоде. И двукратное преимущество команды «Ростех» на табло. Немножко замешкался, как мне показалось, Роман Кустов. Из-за этого ход потенциально опасной атаки был замедлен. Атакует «Ростех». Шайбу запросил Дмитрий Овсиенко, номер 20. И снова до Овсиенко шайба доходит. Номер 22 уже за лицевой находится. Покидает шайба зону «Арматы». Сейчас нужно обязательно откатываться назад игрокам «Ростеха». Перехватили шайбу хоккеисты «Арматы». Калягин не очень удачно с ней обходится и вынуждает, тем не менее, в следующем же своим действием вступать в игру Кирилла Иванова. Бросок неплохой наносил Калягин. Ну, вратарь на месте, вратарь прекрасный момент броска видел. Опасности здесь особо никакой не было в этой атаке. Выигрывает «Ростех» вбрасывание. И сейчас будет пытаться атаку из своей зоны начинать. Засеменко с шайбой. И Тюрин в итоге перехватывает. Хорошая передача поперечная получается у 54-го номера, но следом за ней следует перехват. Не смог Глиняный как следует шайбу обработать, из-за этого она досталась сопернику. Вот сейчас возможность опять была у «Арматы» шайбой повладеть, но ничего не получается. Рефери, все внимание на него, удаление у команды «Ростех», игра высоко поднятой клюшкой. Отбывать наказание малым штрафом едет 27-й номер «Ростеха» Максим Засеменко. Появляется возможность сейчас отыграться, отыграть отставание в голах у команды «Армата». Что ж, посмотрим.
Бабашкин едет на точку. Против него Владимир Калинин. Калинин в прессинге против Мосякина. Практически как континентальная хоккейная лига у нас с вами, уважаемые друзья, только не Калинин против Мосякина, а Калинин против Мосякина. Так, смотрим дальше за игрой. Тюрин, неплохой перехват, владеет шайбой Ростех. Грязнов, бросок по воротам и на месте вратарь. На игру высоко поднятой клюшкой малым штрафом наказан Максим Засименко, номер 27, команда Ростех. Очередная попытка наладить свою атаку у игроков Арматы, но Овсиенко чуть было не делает хит-трик, дорогие зрители. Отличный прорыв очередной оформил 22 номер. Армата сейчас, попытка была убежать в контратаку от Журавлева, помогал ему там Алексей Калягин, но безуспешно пока. Абсолютно безуспешно. И Ростех уже играет в полном составе. Калягин неплохо так шайбой повладел. Серия обманных движений. Бросок по воротам. Бросок по воротам уже исполнял не Калягин, а Антон Егорченков. Шпаковский шайбу в нейтральной зоне перехватывает. Вот Калягин сейчас. Да, уважаемые друзья, вот сейчас техника Калягина очень пригодилась бы. Но вратарь Кирилл Иванов великолепно сыграл в этом эпизоде. Овсиенко сейчас сам уходит в отрыв. Придерживает его здесь клюшкой Овсиенко. И надо сейчас помогать. Бросок будет. Да, бросок последовал, но не точно. Уже подбирает Артур Гречко шайбу. И отдал передачу на своего партнера Егора Зенкова. Зенков нанес бросок, но шайба примерно в полуметре от ворот проскочила. Продолжает атаковать Ростех. Хороший момент. Был готов Панарин. Точнее, не Панарин, а Роман Нури Ахметов. Обострять. Середина второго периода у нас с вами позади, уважаемые друзья. Впереди Ростех, и Ростех продолжает атаковать. Вот сейчас возможность для быстрой контратаки появляется. Тюрин. Обязательно нужно Комарову сейчас поближе к партнеру подходить, помогать ему. Бабашкин тоже едет помогать, но в итоге Калинин играет в отборе выше всяких похвал. И более того, неплохие комбинативные действия в средней фазе атаки команды Ростех приводят к тому, что чуть было не вышел 1-1 номер 77. Владимир Калинин все тот же. Атака Арматы. Журавлев там был в попытке отрыва. Опять же, никакой опасности не следует после вот этих наскоков Арматы на ворота Ростеха. Нужна вразумительная комбинативная атака с выводом кого-то из игроков на прицельный мощный бросок, разящий. Пока этого не происходит, и, соответственно, в графе заброшенной шайбы горит 0. Ростех атакует, и шайба касается сетки с внешней стороны. Не точен был здесь в броске Артур Гречко. А вот прессинг чем заканчивается? Заканчивается он взятием ворот, и Артур Гречко становится автором заброшенной шайбы. Не знаю, запишут ли в ассистенты ему Дмитрий Овсиенко, который в этом прессинге
поучаствовал и, собственно, помог Артуру забросить свою шайбу. Это не столь важно, уважаемые друзья. Счет 3-0. А это уже серьезное преимущество. Шайбу забросил Артур Горячко, номер 13. Продолжает атаковать Ростех. Овсиенко. Передача на пятачок. Там Горячко был. Недавно отличившийся. И тут же буквально при потере моментально включаются в прессинг игроки Ростеха. Ни на секунду не дают расслабиться оппоненту. Нарушение правил офсайда зафиксировал рефери из центральной зоны. Необходимо будет игру возобновлять. Грязнов. Передача на Тюрина. Налево. Тюрин по бортику. Заброс в чужую зону. Вышел помочь Кирилл Иванов своим защитникам. Да, весьма интересное решение сейчас принял 71 номер Армата Алексей Калягин. По неудобной высоте отдавал передачу назад. Зачем? Знает об этом только Алексей. Так, смотрим дальше. Мосякин в свою зону возвращается за лицевую. И развивать атаку Армата через центр площадки. Сейчас начинает синюю линию. Переходит команда без нарушений. Наброс на ворота. Отыгран вратарь. Бросок последует ли? Нет, броска не следует. И сейчас... отрывается от своего оппонента игрок Ростеха. Будет бросать по воротам. И гол. И справляется Максим Засименко с Андреем Кривицким в этом эпизоде. Забивает четвертую шайбу Ростеха. Она же становится третьей шайбой этого коллектива во втором периоде. Чем... дальше развивается игра, тем себя увереннее чувствует Ростех. Что ж. Весьма интересно посмотреть, каким образом хоккейный клуб «Армата» планирует возвращаться в игру. Еще один обрез, еще один выход 1-1. Бросок по воротам. На этот раз не точно бросил Сергей Панарин. Это забросил Максим Засименко, номер 27-й. Атака Арматы. Сугубо если на индивидуальных действиях своих хоккеистов клуб Армата может составить какую-то внятную конкуренцию команде Ростех. Но пока явно не за счет командных действий. Пока игра в атаке у коллектива в синем хайке абсолютно не клеится. Что ж, будем надеяться, что повезет им больше в третьем периоде. Но у нас еще 4 минуты играть в периоде втором, поэтому с удовольствием смотрим и наблюдаем этот хоккей. Овсиенко, передача назад. Ошибается Андрей Кривицкий при передаче клюшкой, но страхует его вовремя Роман Кустов. И после блока шайба покидает площадку. В зоне команды «Армата» сейчас вбрасывание будет произведено. Едет на точку Владимир Калинин. Против него встает Александр Шпаковский. Достается шайба игрокам Ростеха. Бросок по воротам. И Кривицкий уже был готов брать эту шайбу, но рикошетом от клюшки Калинина она уходит в сторону. Тем самым угрозы ворот не создавая.
владеют шайбой Армата в чужой зоне. Вот сейчас хорошая возможность для атаки после перехвата у Ростеха появляется с шайбой Роман Нуриахметов. Передача на Калинина. Калинин. И поджимает Тюрин Калинина, но вроде как нет. Удается успешно отобрать 54-му номеру Арматы шайбу для своей команды. И в атаку мчатся уже игроки клуба в синей форме. Но это ненадолго. Угрожать воротам не удалось хоккеистам Арматы. И очередная атака Ростеха приближается к воротам. Номер 27. Автор последней заброшенной шайбы Максим Засименко. Нуриахметов. Засименко. Пас на пятачок. Будет ли бросок? Да, бросок следует. И Кривицкий в этом эпизоде замечательно сыграл. Предугадал он направление броска от форварда Ростеха. Если со стороны посмотреть, более логично напрашивался бросок в ближний угол, но форвард решил такой скрытый провернуть маневр, скрытый бросок исполнить, и Андрей Кривицкий своими мыслями и действиями немножко опередил здесь атакующего игрока, прочитал намерение и угрозу отвел. Не удается из своей зоны выйти Армате. Овсиенко с шайбой ищет кого-то из своих партнеров. Да, находит, бросок следует. И будет еще момент. Уже Андрей Кривицкий оказывается отыгран. Спасают в последний момент ворота защитники Арматы. Теперь Комаров мчится в атаку. И уже в свою очередь вернувшийся в оборону Сергей Панарин забирает шайбу для своей команды. Овсиенко первый на шайбе будет. Гречко. И Гречко дальше передача дает. И снова защитник спасает ворота. Потому что шайба летела в створ. И, скорее всего, с броском такой силы, с такого короткого расстояния, Андрей Кривицкий не справился бы. Но мы не будем говорить об этом в сослагательном наклонении. Дело в том, что ворота взяты не были. И это факт. Овсиенко. Здорово сегодня действует левый крайний нападающий команды Ростех. Дмитрий Овсиенко. Две заброшенных шайбы. Ассист. Оставайтесь с нами, уважаемые друзья. Второй период тем временем подошел к концу. После короткой паузы мы продолжим смотреть третий период этого увлекательного матча. Несмотря даже на счет 4-0 в пользу номинальных гостей, пока еще ничего не решено. Вы бы тут не бегали, тут проводов всяких разных полно. Кто-нибудь споткнется и упадет.
Итак, дорогие зрители, мы продолжаем третий период игры «Армата Ростех». Впереди Ростех 4-0. За 2 минуты, сыгранные в третьем периоде, счет не изменился. По-прежнему игра проходит под диктовку игроков клуба «Ростех». Как по счету, так и по игре намного комфортнее чувствуют себя хоккеисты в черно-белой форме. Попытка наброса на ворота Андрея Кривицкого. Не точно. Вратарь шайбу останавливать не стал. И продолжается борьба в зоне «Арматы». Судья поднимает руку вверх. Неправильная атака соперника. Да, совершенно верно. И едет отбывать наказание малым штрафом номер 22, автор сегодня дубля. Дмитрий Овсиенко. Грубовато атаковал здесь оппонента Дмитрий. Получает большинство команда «Армата». Что ж, будем сейчас наблюдать, как распорядится своим большинством этот коллектив. Бабашкин на точке вбрасывания. Против него Сергей Панарин. Бабашкин выигрывает. Бросок мощный следует. Какой это бросал поворотом Роман Кустов. Шайбу зафиксировал в итоге Кирилл Иванов. И вбрасывание сейчас нужно будет повторить. Штрафом наказан Дмитрий Овсиенко, номер 22, команда «Ростех». Дмитрий Овсиенко наказан малым штрафом. Большинство началось у команды «Армата». Итак, уважаемые друзья, внимательно будем смотреть, что придумает этот коллектив, находясь в игре в формате 4-5. Дроженков, хороший пас, находит Калягина. А Калягин уже демонстрировал сегодня в игре свои техничные действия. Но никак не дают ему развернуться защитники «Ростеха». Все грамотно они пресекают здесь все попытки игроков «Арматы» обострять. Вот даже сейчас Олег, точнее, номер 13 был Артур Гречко, в центре нейтральной зоны перехват организовал. Опасный даже, я бы сказал, момент мог возникнуть. На позиции броска находился номер 74, Сергей Панарин. И опять не удается «Армате» закрепиться в зоне «Ростеха». Не очень везет команде «Армата» в атакующих действиях именно по ходу сегодняшней игры. Но что ж поделаешь. Зато отлично удается игра и сопернику, «Ростеху», и в полном составе уже действует команда в черно-белой форме. Вышел оштрафованный игрок со скамейки. Пока, дорогие зрители, абсолютно не видно никаких предпосылок к тому, что «Армата» каким-нибудь образом сумеет переломить ход встречи или даже приблизиться максимально по количеству голов к своему оппоненту. Пока только очень много работы у Андрея Кривицкого, вратаря команды «Армата». Бросок по воротам следует, и Иванов вступает в игру. Вступает в игру и безошибочно действует в этом эпизоде голкипер «Ростеха».
завладел шайбой Ростех. Здорово здесь разобрался со своими оппонентами Максим Засименко. Передачу отдавал на атакующего игрока. Захлебнулась немного атака Ростеха. Вот Роман Нуриахметов сейчас с шайбой. Передача на пятачок. Опасно. Калягин. Тюрин рядом с ним. Ищет Калягин момент для паса. Пас проходит, но успевает. Успевает последний момент шайбу накрыть. И вот сейчас довольно-таки неплохо отработал в защите. Да и в прессинге здесь был готов нападающий замыкать. Но вратарь шайбу накрыл. Конечно, Бабашкин все прекрасно видел. И грубость никакую проявлять не хотел абсолютно в этом эпизоде. Сейчас обязательно нужно судье все эти страсти погасить, чтобы никаких провокаций, направленных грубостей не происходило у нас на льду. Как говорил Николай Озеров, такой хоккей нам не нужен. Нам нужен быстрый, результативный и зрелищный хоккей, а не грубости и провокации, уважаемые зрители. Так, достается шайба вновь Ростеху. И начинает свою атаку Артур Гречко. Передача обратная. Как замечательно сейчас разбирается с оппонентами Егор Зенков. Хороший дриблинг продемонстрировал Зенков. Ну, в данной ситуации его команда и игроки в звеньях вполне могут позволить себе какие-нибудь эксперименты, потому что счет вполне комфортный. И «Армата» атакует. Нанесенный бросок Антона Тюрина без каких-либо проблем забирает свою ловушку Кирилл Иванов. Выигрывает шайбу после вбрасывания Ростех. Попытка выйти на скорости в атаку. Довольно-таки неплохо получается. Засименко этот забег скоростной выигрывает у оппонента. Но именно в позиционную атаку хоккеистам Ростеха перейти не удается пока. Забирает шайбу Андрей Кривицкий, не рискуя в этот раз. Выиграть вбрасывание Ростех. Опасный момент. И вот сейв совершает Андрей Кривицкий. Стопроцентнейший момент сейчас был. И справился с ним вратарь «Арматы». В упор практически с пятачка. Бросал поворотом кто-то из тройки нападения. По всей видимости, это был Максим Засименко, номер 27. Хорошо справился вратарь. Обязательно нужно команде сейчас подстать своему голкиперу, попытаться поиграть, зацепиться, хотя бы так психологически зацепиться за эту игру, отыграть одну шайбу и постараться уже поиграть более смело с командой Ростех. Просто, видимо, этот ноль на табло и невезение в атаке как-то не очень раскрепощает команду «Армата». Калягин бросает, Иванов на месте. Не выходит шайба из зоны Ростеха. Будет бросок. Да, бросок совершен, но мимо. Егорченков в прессинг пошел. Тут достаточно грамотно между собой разбираются 27 номер Роман Максим Засименко и Денис Пахомов. 71 номер в предыдущем эпизоде взаимодействия проявили неплохое
Вот о чем я и говорил, когда описывал вам, уважаемые зрители, особенности предсезонного турнира. Вот Ростех активно этим пользуется, забивает шайбы. Бросок по воротам и каким-то чудом в очередной раз спасает Кирилл Иванов свои ворота. Казалось бы, уже все здесь сделал наверняка. Атака Ростеха, бросок по воротам. Хороший, кстати говоря, вариант выбрал Сергей Панарин. Открывался под него Дмитрий Авдеенко, но девятка ворот была свободна. А оппонент как раз-таки ожидал паса дальше на Овсиенко. Поэтому последовал бросок. Атака Арматы. Шпаковский. Передача назад. Грязнов. И Грязнов по бортику доводит шайбу. Доводил он шайбу до Алексея Мосякина, но теперь получает Армата атаку на свои ворота. Причем достаточно опасную. Четверо хоккеистов там сейчас окружили пятачок Арматы и никак их оттуда никуда не подвинешь, уважаемые друзья. Вот только сейчас перехват после паса на пятачок от бортика. Возможно, получится сейчас у Арматы шайбы повладеть. Нет, не получается. Еще следует бросок и очередной сейв Андрея Кривицкого. Замечательно. Играет в третьем периоде вратарь. Очень много у него работы. И очень много сейвов совершает четвертый номер. Страж ворот команды Армата. Но в атаке Армате по-прежнему не везет, хотя моменты возникают периодически. В этом компоненте, конечно, и в компоненте слаженности хоккеистов на площадке Ростех пока визуально кажется, я бы даже сказал, на голову выше своего соперника. Иванов играет клюшкой. Неплохая передача к синей линии. Вот сейчас опять вратарь выходит. И в этот раз тоже играет клюшкой. Здорово. Начинает свою атаку Ростех. Калинин, передача на Нурия Ахметова. А Нурия Ахметов здесь под прессинг попадает, но... Да, удается здесь успешно отбиться команде Армата. Вот сейчас Калягин в чужой зоне шайбы подбирает. Попытка передачи на подъезжающего Романа Кустова. Читают грамотно защитники Ростеха вот эти попытки взаимодействовать и комбинировать форвардов Арматы. Ой, опасный момент возникает после ошибки. Что будет? И будет спасение Андрея Кривицкого. Замечательно играет вратарь. Не устаю повторять. По большому счету, вины Андрея Кривицкого в пропущенных шайбах нет. Ну, может быть, за исключением третьей, когда в пустые ворота Артур Гречко шайбу отправил. Но опять-таки, что можно сделать, когда перед тобой один-одинешенек форвард возникает? Кружит по площадке Егор Зинков. Хорошая передача была на Овсиенко. И вот сейчас Грязнов оформил перехват. Приближается к воротам. Бросок наносит. А вот со второй попытки совершить бросок или передачу уже не получается. Вот Кривицкий в борьбу вступает. Успешно. Против нападающих сейчас отработал голкипер Арматы. В центральную зону шайба приезжает. И вот перевод на противоположный фланг. Вот сейчас возможность есть в зону без нарушения войти. Артур Гречко там был, но не дремлют соперники. Такие вольготно не дают распорядиться шайбой Артуру Гречко. Вот сейчас возможность пятачка буквально наносит бросок 13 номер. Почему никто его не закрывает, это загадка. А вот сейчас буквально
чудо только спасает Армату от пятой пропущенной шайбы. Нужно было только подставить клюшку грамотно. По-моему, опять-таки был Артур Гречко на острие атаки в завершающей ее фазе. Момент. Бросок. Отбивает шайбу Кривицкий и уже помогают ему защитники. Теряют шайбу, даже не выйдя из своей зоны, игроки Арматы. И в очередной раз их вратарь спасает положение. Еще один бросок следует. Да, уважаемые друзья, нужно сейчас защитникам Арматы собраться определенным, потому что шквал бросков просто следует по воротам их голкипера Андрея Кривицкого. И это, дорогие зрители, конечно же, до добра не доведет, если продолжится в том же роде. Вот какая... Какую возможность сейчас упускают игроки Ростеха забить. Вратарь Арматы просто мешает им как может. И пока в третьем периоде все ему удается. Атакует Ростех. Неизменно проходят вот эти передачи на пятачок у команды в черно-белой форме. Что довольно-таки странно. Уже можно было в течение матча понять стратегию некоторых атак, по крайней мере, команда Ростех, и что-то против них предпринять. Но Армата выглядит достаточно обескураженно подобным результатом. Хотя осталось играть чуть больше одной минуты в этой встрече. Что ж, друзья, ну, подводя итог, можно сказать следующее. Команда Армата либо привезла на эту игру какой-то экспериментальный состав, либо отсутствуют лидеры, что, скорее всего, к сожалению, я не очень сильно знаком с этой командой. Отсутствуют лидеры. Отсутствует, опять же, в должным образом мотивация. И плюс хорошо заряженный соперник, который как раз-таки свои взаимодействия оттачивает. И все лидеры, по всей видимости, на месте у Ростеха и приводит нас к такому результату. 4-0. Чистая победа команды Ростех. Что ж, мы поздравляем команду Ростех с заслуженной победой в этом матче. Хороший, видимо, цикл подготовки к сезону они проходят. Команда выглядит вполне себе симпатично. Команде Армата мы можем пожелать быть сильнее, сделать необходимые выводы из проигранной встречи, подтянуть некоторые компоненты игры, хоккей, как командных, так и индивидуальных, какие-то взаимодействия между тройками. Матч окончен. И, собственно, не расстраиваться и продолжать готовиться к сезону хоккейному клубу «Армата». Ростех, сердечные мои поздравления со сверхуверенной игрой, со сверхуверенной победой. А мы с вами прощаемся, уважаемые друзья. Трансляцию для вас подготовила команда операторов «Сэм Студии», комментатор Антон Орлов. Всего вам доброго и до свидания.
с вами...